Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущие Екатерина Остапьев и Максим Фокин. Максим – победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна». Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! Спасибо газете «Волна» и компании «Альфа-Окна» за сладкий подарок. А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет», сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей» и сладкий приз от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 20 человек. Между ними разыграем сертификат на посещение батутного парка «Улет». Доставай. И первым победителем на сегодня становится Надежда Бакина. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 20 человек. Давай, Максим. И обладателем сладкого подарка от грузоперевозок «Муравей» становится Александр Стайко. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 10 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы по ремонту холодильников, стиральных машин «Метеорит». Подожди, крути. И последним победителем на сегодня становится Мария Баева. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». Также сегодня мы подводим итоги ежемесячного конкурса еженедельника «Волна» для наших читателей. Чтобы стать участником, достаточно было купить нашу газету, вырезать купон и, заполнив его, отправить к нам в редакцию. Сегодня мы разыграем 6 призов. Первым определим обладателя сертификата на 1000 рублей от магазина «Строймаркет». Так. Угу, крути, Максим. Так, переворачивай, доставай одну бумажку. Обладателем сертификата становится Фокина Елена Витальевна. Поздравляем! Сейчас разыграем сертификат на комплексную мойку легкового автомобиля от нашего постоянного партнера автомойки по улице Островского, 52. Давай, Максим. Одну. И сертификат достается Ермаковой Юлии. Поздравляем! Третий приз от объединения «Волна» – сувенирная продукция. И его выигрывает Кулик Жанна Александровна. Поздравляем! И в заключении нашего розыгрыша мы определим 3 обладателей сладких призов от компании «Топ-Окна». Давай. Давай, одну. Первый приз выигрывает Григорьева Елена Николаевна. Поздравляем. Давай еще. Одну бумажку. Второй приз Воробьева и инициалы. Ну, по телефону мы объявим, что вы выиграли. Поздравляем. И третий.
Так, фамилия Кожокарь. Простите, если неправильно. Сергей Валентинович. Поздравляем! Всех победителей ждем в рекламном отделе по улице Набережная, 45. Здание объединения «Волна». А на сегодня наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.